последовательно.
Сам инсталлировался. Да, да. Хорошо же. Да неинтересно это. Я это сын. Да, да. Денег нет, значит это не мужская вся тема, да? Значит, да. Значит, это вред. Значит, где-то скрыто лукавство, и как я объясню, что... Да, да, такие вещи, которые как бы закрыты, то есть... Да, да, то есть над которыми ты раб... Ну, как бы, да не, я там здоровый, вот, да пошел к черту мерзкий. Как, да... Да, то, что, короче, то, что ты бездельник, и признаваться сам себе в этом не хочешь. Да, что, ну, да, ну, понял. Да, да, да. Если денег нету, то значит ты живёшь. Значит, вся работа твоя во зло, понимаешь, вся твоя работа злая. Да, да, да. И всем людям зло она принесет тогда. То есть она, как скажем, да, некачественная, как мне. Не мужская, короче, понимаешь. Нет, дело не в этом, что она не мужская, но она хорошая, нет, она. То есть женских плодов от мужчины не жди, понимаешь? Да, и жена, да, да. Все, что бесплатное, все оно лукавое, понимаешь? Труд должен быть оплачиваем, иначе он гнилой и подлый, да. И не муж, да, да, да. Просто бездельный, недоделанный, если угодно. Недоведенный до ума, просто недоумочный, да, эмоциональный, бабский. Ну, ну свое найди, не важно, короче, не мужской. Это вред, значит, всем людям. То есть, да. Нет, тебе-то полезно, конечно, да? В чем лукавство-то? Да, вот и все. Писатель, значит, за деньги. Художник, значит, за деньги. Ты мне за инсталляцию заплатил? Кто мне заплатил за инсталляцию? Никто мне не заплатил. Пошли нахуй тогда, пидорасы. Дело не в этом. Нет, это не суть. Просто все закономерно, потому что я не художник, и, собственно, просто так. Да. То есть так оно не работает. И у меня, собственно, перспектив таких планов у меня нет. Ну, на себе. Да, да. Да, да. То есть, а нету времени на это, понимаешь? У тебя одна единственная жизнь. У меня одна единственная жизнь. Я музыкант, я чихать на все ваше хозяйство. Если мне деньги сейчас не платите, нахуй мне все сдались, блядь. Пошли нахуй хуесосы, блядь, пидорасы. Да хоть чего объясняю, нет? Оптом, оптом, да. То есть вы мне зла, по сути, вы мне желаете зла, понимаешь? Ну, бабки тогда плати. Мне нужен такой доход, чтобы не один раз ты же что-то, а мне нужен доход определенный. Ну я же видишь, вот так, да, то есть никто, да, вот и все. Понял. Да. Закономерность оказывается, да. Вот видишь, недоделка или что, еще что-нибудь. Ну и что, да, понимаешь. Долгий разговор, да. Как жизнь свою жить не надо, да, с улучшением. Нет, женская жизнь, она не такая, она не творческая. Она, ну, в другом смысле, да. Вот, в мясном смысле она творческая, да.
Да, в человечьем мясном смысле, и, ну, в живом, да, в жизненном смысле. Ну, да. Опасные вещи, да, понимаете? Ладно, ладно. По идее, не нужно, да, ладно, кстати. И думаешь? Что это слово? Мне оно не нравится, я его не понимаю. Лукавое, хуесосное слово, духовное. Духовное, что это такое слово? Что ты имеешь в виду? Так, бесплатный чинососил. это от Путина деньги, через прослойку получаешь деньги только, там что-то, да. Да, ну и кстати. И так и собираешься получать. То есть свое дело ты знать не и знать себя не желаешь. Хочу этим делом заняться. Или каким я делом заняться? Да. В каком настроении, то есть как тот сперматозоид, тот самый, который не заблудился, а просто так прокручивается на месте там. Ну, понял тебя же. То есть очень. А нахера сперматозоид-то это? Ну ладно. Это уже ваша такая. Давай, поаккуратнее. Ну, наверное. Может, эволюция, короче, движение вперед, самосозидание, самосознание, что там, самосозрение, да. Всю жизнь надо жить и умирать стоя, стойко. Да. Ну, да. В глубоких силах, так, лет уже, да, старости. Да, не в болезнях уж. Ну, болезнь это значит, ты плохо. Ну, то есть. Смотри, ты приходишь на работу и получаешь, что в первый день, прикинь, ты пришел первый день на стройку и ломаешь там ногу. Тебя это красит или нет? Ты, скорее всего, дебил просто, потому что, да, то есть, как мужчина, ты как бы проиграл это точно, потому что ты как бы нормальный мужчина, у него голова есть, которая прилажена к, с глазами, короче, как, да, к мозгу, которая прилажена, как угодно, да. Поэтому он вряд ли ногу сломает, как бы, да. Это называется survival. Пользоваться мозгом, чтобы выживать. Так и, да, ну, чтобы жизнь продолжалась дальше. По идее, антивоенные слова, по идее, так. И антиполитические, даже антирелигиозные, да, чисто мужские, да. Меня не касается. Ну, значит, я ошибся. Значит, ты ошибся, значит, мы ошиблись, значит, я. Противник уничтожил 8 единиц. Нет, я врусь. Я шучу так просто. Ля-ля!